Так, добрейшее утречко. На связи Сергей Нежданов, преподаватель йоги и медитации. Давайте начнем. Не будем терять на сборы время. Вот 8.01. Это я все время задерживаю. Давайте сразу начнем с настройки, с тишины. Сейчас все, что требуется, это любая поза. Ну, вот я сижу в такой позе, больше похожей на йоговскую, да. Можно такую сделать. Неважно. Скрестив ножки, сели. Вот, чтобы не смущать. Не надо только так делать, чтобы коленочки остались живы. Найдите позу, когда можно не двигаться. Ну, буквально минуту-две. Понаблюдайте свое состояние, ощущения телесные, состояние психики, эмоций. В каком состоянии ум? Вот попробуйте как наблюдатель внешний такой вот. Посмотрите на себя со стороны, вот с этой точки зрения. Вот тело сидит, вот я сижу, да? Кто я? Кто это сидит? Что там происходит? И хороший помощник в таком сосредоточении, в фокусировке на ощущениях, на настоящем, это дыхание. Давайте сразу же йоговский вариант. Поджимаем горловую щель, со звуком О делаем вдох. Уджай, пранаяма, выдох, со звуком А. Давай. Можно сначала не шепотом, а чтобы это слышно было так. Самостоятельно свой выбираем, свой ритм. Я предлагаю вот этот. Это дыхание уджай. Теперь перекрываем горловую щель и дышим носом. Вернее, перекрываем, закрываем рот, извините, оговорился. Губы закрываем, дышим носом. Прикройте глаза на какое-то время. Вот вам, пожалуйста, рабочий инструмент, дыхание уджай, фокусировка на своем дыхании, на звуке, и сразу состояние меняется. Нужно заметить, что поменялось. Сюда можно наслаивать, давайте ладошку положим на живот. Все то же самое, только акцент на живот. Активируем диафрагмальное дыхание. Живот
Выталкиваем диафрагмой вперед. Выдох, расслабляемся. Давайте с ладошками вдох, чтобы было понятно вот так. Выдох. Таким замедленным движением мы собираем внимание в область живота. Вдох. Выдох. Нижней полусферой дышим. Вдох. Выдох. Теперь переходим на грудную клетку. Вдох. Акцент. Живот остается. Акцент. Мы расширяем, раздвигаем ребрышки. Выдох. Вдох. Расширяемся. Добавляем еще один эффект расширения. На выдохе расслабление. Вдох. Открываемся миру. Я открываюсь всему хорошему. Еще одно. Еще один режим. Раскрытие. Позволяем всему случаться. Хорошо, и еще вдох. Дыхание уджая. Раскрылись и расслабились. Выдох. И теперь верхняя полусфера. Это район ключиц. Ключицы поднимаем мышцами шеи и средней грудной мышцы. И в горло вдох. У нас акцент на верхнюю часть, выдох. Вдох. Выдох. Шумно, шумно дышим. Уджая. Это гиря для наших дыхательных мышц. Гантеля, выдох, тренажер. Вдох. Акцент на верхнюю. Вот представьте, вверху тут все надувается. Выдох. Теперь опускаем руки вниз. И теперь вдох. Это вот прямо акцент живот, ребра, ключицы. Давайте вот так руки поднимаем, вдох. Раскрылись. Выдох. Кончик языка на верхнем небе. Вдох. Вырастаем. По позвоночнику ползем макушкой вверх. Выдох. Ладони как в такой плотности, как в водичке, двигаются. Проглаживаем пространство. Вдох. Выдох. Ладони на колени. Наблюдаем за изменениями в состоянии и продолжаем стоя разминочку. Сделаем, не теряя состояние. Давайте пальчики
Вытянули пальчики. Сжимаем, разжимаем. Полностью. Перепоночки все. Расправляем все перепоночки. Внизу. В стороны. Вверху. Расстреля. Тянем, тянем пальцы. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Круговые движения. В одну, в другую сторону. И теперь встряхиваем кисти, но вот таким круговым движением. Кисти встряхиваем. В одну и в другую сторону. Покрутили. Встряхнули окончательно. Почувствовали кончики пальцев, кисти, запястья, локти, плечи. Вперед. Назад. Вдох. Выдох. Вдох. Раскрываем грудную клетку. Позвоночник вытягиваем спереди. И выдох, заднюю стенку позвоночника чувствуем, вытягиваем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, вспоминаем Уддьяна Банха, ладошки положили, втянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Отпустили живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох, раскрылись. Выдох. Дыхание позвоночника. Тянули живот. Хорошо, плечиками. Раз. Дышим произвольно. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. В другую сторону. Раз. Хорошо, двигаем. Два, три, четыре, пять, шесть. По очереди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, назад. Три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Одно плечо вперед, другое назад одновременно. Раз, два. Соображаем, как это можно сделать. Четыре, пять, шесть. В другую сторону. Правое вперед, левое назад. Два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Правый локоть вверх, вдох. Выдох, левый локоть вверх, вдох. Голову, шею растянули. Выдох. Правый. Выдох. Левый. Выдох. Правый. Выдох. Левый. Выдох. Правая рука. Вдох. Выдох. Левая рука чуть задержались. Вдох. Выдох. Замочек. Замочек покрутили. В одну, в другую сторону. Вывернули. Хорошенько. И вот таким образом. Вверх. И назад. Вдох. Вытянулись. Выдох. На носочках поднялись. Голова вперед. Вдох.
Опустились, выдох. Один бок вытянули, вдох. Выдох. Другой бок вытянули, вдох. Выдох. И теперь начинаем круговые движения. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Ручки назад, голова вперед. На носочек поднялись, копчик вниз, ножки вместе. Вот, вытянули, голова вперед. Хорошо. Голову. Право-влево. Такие короткие движения. Вперед-назад. Кивки. Повороты. Мотаем головой. Хорошо. Теперь правое ухо вверх. Посмотрели вверх. Левое ухо вверх. Посмотрели вверх. Восьмерку, большую восьмерку рисуем подбородком. Кто новенький, для кого непривычные какие-то вот эти движения, позволяем телу подвигаться. Попробуйте. Это два движения. Вот это и вот это. Повороты и наклоны. И теперь мы наклонились, повернули вверх. Наклонились, повернули вверх. Вот чередование. Почувствуйте, как хрустит там все. Теперь поменяем направление. Наклонили, повернули вниз. Наклонили, повернули вниз. Берите на вооружение, очень быстро включает шейный отдел. Начинает двигаться кровь, то есть мы высвобождаем какие-то зажимчики после там сна, может быть, после каких-то неудобных поз. Да? Любой тонус в шейном отделе нас что-то поджимает. Или нервный волокна, или кровеносный. Вот венозный отток очень важен. Хорошо, теперь киваем. Кошка лежит в шорстку. Вернее, не киваем, а вот такое вот ныряние делаем. Котовья яма. Четыре. Шесть. Семь. Семь. Девять. В другую сторону у нас. Подключаем весь позвоночник. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Левое плечо. Раз. Два. Двигаемся. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Другую сторону. Раз. Плечо. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Второе плечо. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Киваем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Остановились. Почувствуйте изменения. Шея, голова, плечи, таз, таз тазобедренный. Покрутили в одну сторону. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь,
9. Другую сторону. Раз. С удовольствием. 2. Можно потрогать область крестца. Вот там крестцовое сочленение, как себя чувствует. Область тазобедренных вот здесь. Суставчиков. Здесь стабилизаторы таза. У нас тут натянуты такие все время. Здесь можно их постучать по ним. Сейчас мы постучим все. Хорошо. Таз вправо, влево, вперед, назад. Правые ножки покрутили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Другое направление. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Другая нога. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять. В другую сторону. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Потрясли ножками. Коленочки погладили. Погладили колени свои. Круговые движения коленями. У нас получается полный такой полноценный вариант сукшма яямы или суставной гимнастики. Согнули, разогнули, разогрели все суставчики. Остались у нас пальчики на ногах. Растопырили, сжали. Растопырили, сжали. Растопырили. Растопыриваем вот как на руках. Да, пальцы веером на ногах. Растопырили, сжали. По очереди. Давайте. Один растопырили, другой сжали. Ага, посложнее. Теперь носочки пятки. Несколько движений сейчас будем. Носочки пятки. Можно с выпрыгиванием. Раз. Два. Макушка вверх. Позвоночный столб чувствуем. Хорошо, на одну линию встаем. Пятки, носочки на одну линию. Пятки, носочки. Поменяли. Пятки. Ой. Пятки, носочки. Пятки, носочки. Пятки, носочки. Носочки. Теперь ножки сбрось. Вот таким образом. Внутрь. Вот, полностью всю зону разогрели, размяли. Теперь большой палец поднимаем, остальные вниз. И меняем. Большой вниз, большой вверх. Большой вниз, большой вверх. Надеюсь, там на видео видно. Пробуем. Хорошо. Покрутили одними пальчиками. В одну, в другую сторону натянули их. Постучали. Покрутили другими. Носочком в одну. Вкручиваем носочек. Натягиваем приятно. Постучали. И теперь нужно... Давайте попробуем вот так вот опуститься и перекатиться. Переместиться на пальцы. На пальцы. Вот так, на носочки, а потом хоп, на внешние, на ногти. На ногтях стоим. Только на ногтях, попробуйте. Я думаю, что не все одобрят это. Будет неприятно, но нужно попробовать. И кто попробовал, можно попробовать встать. Встать и учиться здесь держать равновесие. Хорошо. Это еще не все с пальчиками. Сейчас они со стопами. Теперь нужно сжать и поджать под себя пальцы и пронести пятку вперед. Пронести. И попробуйте пройти весь коврик. Весь коврик. Вот такая терапия. Вот ластопия.
скрюченных всяких различных вариантов пальцев, различных дисфункций стоп. И стучим, стучим пяточками, встряхиваемся. И дальше стоим на месте. Если пол позволяет, стучим. Если соседи не забеспокоятся. Если не позволяет, то вот так встряхиваем. Или стучим. Или встряхиваем. Давайте так, чтобы лицо и волос, и кожа на голове тоже тряслась. Попробуйте вот это добиться. Встряхивалось. Чтобы глаза, щеки, губы. Ну, прекрасно. Почувствуйте свое сейчас состояние, что поменялось. Мы, вот у нас первая половина заняла нашего занятия суставная гимнастика. Присядьте, сейчас еще нам осталось глазодвигательные мышцы также включить. Можно стоя, если или на стуле, если сложно сидеть на коленочках или скрестив ножки. Я просто поближе сажусь, чтобы было видно. Давайте. Взгляд в горизонт, вперед. Вправо-влево начинаем двигать. Глазами. Вправо-влево. Глаза у нас сейчас в повышенном режиме у всех работают. Гаджеты. Много информации, много рекламы, много всего. На улицах все бегает, прыгает. Я не думаю, что сегодня большинство из вас будут гулять в лесу. Скорее всего, это город. Город, компьютеры, там, телевизоры, разные экраны, чтение, особенно с экранов. Пожалуйста, не забывайте, что есть книги. Вот у меня тут целые полки именно бумажных книг. Ну, это ничем не... Продолжаем теперь вверх-вниз. Вверх-вниз. Фиксируем вверху-внизу, вверху-внизу. Внимание на глазных яблоках, глазных мышцах и зоне вокруг глаз. Позвоночник прямой. По диагонали. Поменяли диагональ. Круговое движение по всему экрану, по кромочке двигаемся, по своему экрану восприятия. Другую сторону по экрану. Циферблат называется, по циферблату, против часовой стрелки, по часовой стрелке. Хорошо, моргаем. Жмуримся. Жмурим, жмурим глаза туда, их отпускаем. Жмуримся.
Отпускаем. Жмуримся. Отпускаем. Тремя пальчиками прижали глазные яблоки. Хорошо. Не открываем глаза, потираем ладошки. Растираем сердцевину ладоней. И накрываем глазки. Можно глаза открыть под ладонями. Там создаем темноту. Хорошо, ладонь спереди, ладонь сзади. Потерли. Растираем. Затылок и лоб. Виски. Лобные доли. Если волосы мешают, значит вот так. Попробуйте пальчиками, подушечками пальцев, ладошками. Лобные, затылочные доли. Стучим. Затылок под затылком, за ушами, над ушами, виски, лоб. Макушка, затылок, основание шеи, черепа, под вот сердцевидные отросточки, за ушами, над ушами, лобные мышцы, эти височные, лобные. Над бровями. Хорошенько простукиваем. Хорошо. Теперь от макушки до ушей. Лоб. Ой, затылок. Шея. Подбородок. Хорошо, подбородок. Встаем. Кто сидел? Дальше. Подбородок. Вот эти мышцы жевательные. Промяли. И подъязычную вот туда. Подъязычную мышцу. Нашли ее. Если язык не имеет, значит нашли. Ага. Хорошо. Хорошенько промяли. И теперь вот так шею. Раз, два, раз. Проглаживаем по диагонали шею. Слева направо, справа налево. Хорошо. Вдох делаем, стучим под ключицами. Выдох. Точки легких постукиваем. Вдох. Выдох. Левая. Вот здесь. Вот это место. Только не по ключице. Плечо. Раз, два, три. По руке пошли вниз до пальцев. По внешней вверх до шеи. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. С этой стороны постучали. Делали. Возможно, кашель появится. Мы бронхи простукиваем. Точки легкие. Хорошо. Плечо. Раз, два, три. Вниз. До пальчиков. Вверх. До шеи. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Раз, два, три. Ладошку закрыли макушкой. Макушку закрыли ладошкой. Подмышечную пальму погладили, постучали. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Вниз. Вторую. Вниз, вверх. Вниз, вверх. Слышите?
Слышите? Простукивание, не проглаживание. Вот. Это хорошо слышится, да, чувствуется. Животик постучали. Бока. Спинку. Почки. Положили руки на почки. Раз. Вниз. Вверх. Паховые складочки. Почки. Вспоминаем, как делается у нас уджайи дыхание, вдох-выдох, ладошки перед грудью. И удьяна банха. И сейчас мы собаки головой вниз будем продышивать и втягивать живот. Руки через стороны вверх, да? Наклон, выдох. Тянули живот. Поднялись еще раз, да? Наклон, выдох. Тянули живот. Вверх, да? Вниз, выдох. Тянули живот. Посмотрели вперед, вдох. Отошли двумя ногами, выдох. Четуранга дандаса, да? Собака головой вверх, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Вытянули, вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Дышим животом. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. На носочках поднялись, да? С правой стороны опустили таз. Выдох. На носочках поднялись, да? Руками отталкиваемся. Слева опустили. Обратите внимание, руки прямые. Вдох. Справа выдох. Слева вдох. Справа выдох. Хорошо. Вдох. Пятки вниз. Выдох. Чуть отошли дальше. Вдох. Руками. Опустились. Попробовали опуститься ниже. Выдох. И еще ниже. Вдох. Пробуем поставить голову, выдох. Вдох. Опускаем колени. Выдох. Тянемся вперед. Вдох. Теперь попробуем опустить грудную клетку. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, приподнимаемся на руках. Вдох. Возвращаемся. Собака головой вниз, выдох. Левая нога вверх, вдох. Выдох. Ножку выше, колено согнули, вдох. Прогнулись, выдох. Посмотрели над правым плечом, на стопу, вдох. Помахали себе. Выдох. Встали. Носочек сзади.
Опорная рука правая. Таз вверх. Вдох. Таз вниз. Выдох. Таз вверх. Прогнулись. Правая нога прямая, левая присунута на носочках. На носочке. Хорошо. Опускаем левую руку на место. Левая нога вверх. И колено голове. Выдох. Левая нога вверх. Колено голове. Выдох. Нога вверх. Колено голове. Выдох. И пронесли колено дальше. Встали. Делаем ровно в том режиме и настолько, насколько возможно в вашем конкретном сегодняшнем варианте. Задняя нога прямая. Опускаем ребрышко на бедро. Ручки вперед. Вдох. Вот здесь касание. Выдох. Вдох. Вытянулись от пятки до пальчиков. Выдох. 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 Правая рука пошла за колено. Вдох. Ладошки вместе. Выдох. Вдох. Продолжающие, кто уже занимается, можно сделать сзади замок. Вдох. Выдох. Хорошо. Отшагиваем назад. Ну, давайте на коленочки. Прогиб чуть-чуть сбросим. Напряжение. Выдох. Прогиб, вдох. Антипрогиб, выдох. Прогиб, вдох. И возвращаемся с ног головой вниз. Выдох. Так, правая теперь нога. Вдох. Выдох. Согнули колено. Колено вверх, вдох. Выдох. Посмотрели вперед. И с левой стороны назад. Вдох. Прогиб. Выдох. Вперед попробовали поставить ножку на носочек. Раз. И оттолкнуться рукой в прогиб. Таз. Вверх. Вдох. Таз вниз. Выдох. Таз вверх. Вдох. Таз вниз, выдох, локоть в живот. Таз вверх, вдох. Хорошо, возвращаемся. Выдох. Ладони широко, пальчики. Нога вверх, вдох. Колено голове, выдох. Ножка вверх, вдох. Колено голове, выдох. Нога вверх, вдох. Колено голове, выдох. И шагнули вперед. Хорошо. Ребрышко на бедро. Вдох. Выдох. Из задней пятки вытягиваемся в пальцы. Вдох. И макушку. Выдох. Вдох. Уджайи. Выдох. Локоть левый за колено. Развернулись. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Продолжающие могут замочек сзади сделать. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Возвращаемся. Собаку головой вниз. Выдох. Прогиб, вдох. Антипрогиб. Вернее, не антипрогиб, а подбородок на грудную клетку. Выдох. Прогиб, вдох.
Выдох. Прожди. Вдох. Выдох. Теперь с круглой спиной вперед идем на носочки. Через носочки на ногти встали, вдох. Круглая спина. Обратно. Выдох. Давайте втягивать живот. Вперед, вдох. Назад. Выдох. Втянули. Живот. Удьяна банха. Вдох. Назад. Выдох. Тянули. Левая нога, левый вдох. Колено вперед. Выдох. Поза голубя. Прогнулись, вдох. Опустились вниз, выдох. Прогнулись, вдох. Опустились вниз, выдох. Прогнулись вверх, вдох. Колено согнули. Выдох, захватили. И натянули, вдох. Выдох. Поменяли руки. Вдох. Выдох. Хорошо. Шагнули вперед. Вдох. Развернулись. Выдох. Вправо развернулись. Вдох. Хорошо. Выдох. Соединили коленочки. По возможности вдох. И отшагнули назад. Выдох. Правая нога вверх. Вдох. Колено вперед. Поза голубя. Выдох. Прогнулись. Вдох. Опустились вниз. Выдох. Расслабились. Прогнулись. Вдох. Опустились вниз. Выдох. Вверх, вдох. Хорошо, выдох. Левая ножка вверх. Правой рукой захватили, вдох. Натянули, приятно. Выдох. Приятно, вдох. Хорошо, поменяли. С другой стороны. Вдох. А, хорошо. Выдох. Теперь правую ножку поставили вперед за колено. Вдох. Можно обхватить просто. Посмотреть назад. Выдох. Или вот так вот локоточек поставить. Вдох. Выдох. Приподнимаемся на руках немножечко. Колени соединили. Попробовали сесть в гамукхасану. Вдох. Выдох. Отшагнули собаку головой вниз. Вдох. И подшагнули двумя ногами ладошками. Выдох. Садимся. Вдох. Выдох. Поднимаемся руки в сторону. Вдох. Опускаемся вниз. Выдох. Поднимаемся вверх, вдох. Опускаемся вниз. Выдох. Поднимаемся вверх, вдох. Опускаемся вниз. Выдох. Поднимаемся вверх, вдох. Опускаемся вниз. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Сели. Взяли себя за пальчики. Правую ножку вытянули. Вдох. Выдох. Левую ножку вытянули. Вдох. Выдох. Теперь обе вытянули. Вдох. Держим равновесие. Выдох. Вдох.
Выдох, отпустили ноги, удох. Глаза на уровне ног, выдох, выдох. Выдох, посмотрели влево, вдох. Выдох, посмотрели вправо, повернулись, вдох. Выдох, влево, вдох. Выдох, вправо, вдох. Выдох. Полегли поясничкой в пол, ноги висят, вдох. Выдох, удох. Выдох, вдох. Пяточки вниз, руки вверх, вдох. Выдох. И еще голова, руки вверх, вдох. Выдох, вдох. Выдох, потянулись вперед, сели. Шотанасана. Ягодицы назад. Руки вверх, ноги присогнуты. Опускаемся, выдох. Захватили. Ноги или прямые, или присогнуты. Живот на бедра, голова вниз. Хорошо. Беремся за пальчики или за ножки вот в любом месте и пробуем расслабиться. Вдох. Наклоне, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Вспоминаем дыхание, живот. Живот после выдоха втягиваем. Хорошо приподнимаемся. Компенсируем вот такой позой. Вдох. Таз вверх. Обратная планка. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Таз вниз. Выдох. Ножки, ручки вверх. Встряхиваем. Хорошо, потрясли. Ноги, руки наверху. Руки в стороны. Носочки на себя. Слева ножки опустили. Выдох. Вверх, вдох. Выдох. Справа. Вверх, вдох. Слева. Вверх, вдох. Справа. Вверх, вдох. Хорошо. Руки за головой. Ножки наверху. Вдох. За головой выдох. Ногами коснулись пола, вдох. За голову выдох. Пятки пол, вдох. Выдох. Пятки пол, вдох. Выдох. Хорошо. Ложимся. Ноги, руки. Голова, туловище, все ослабляю. Сделайте три глубоких вздоха, вдоха как вздоха. Вдохнули и все отпустили. Вдохнули, отпустили. Вдохнули. И все отпустили. Минута тишины, лежим в тишине, расслабляемся. Чувствуем тело, чувствуем пространство.
Делаем три глубоких вдоха, выдоха, вдох. Выдох. Вдох. Глубоко живот, ребра, ключицы. Выдох. Вдох. Поднимаем колени. Выдох. Захватываем руками. Обхватываем голова к коленям. Покачались справа-влево. Вперед-назад. Покатались. И садимся в исходное положение. Вот так. Используйте такие вот. Повыше, пониже, будет удобнее. Подушечки, коврики. Ладошки раскрыли, делали вдох. По позвоночнику дышим. Выдох. Представьте центральный канал, свой позвоночник. На вдохе мы поднимаемся вверх через все центры в макушку. На выдохе опускаемся вниз, как бы прочищая, как губкой, все отделы, все центры энергетические. И позволяем выйти лишнему. Лишнее, отработанное, ненужное, тревожное. Вдох. Из таза поднимаемся вверх. Выдох. Стекаем в точке опоры вниз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдохнули, большой указательный палец замкнули, сидим тихо, в тишине. Если кому-то нужно раньше закончить, объективно раньше, не лень одолела или что-то еще. Ну, заканчиваем и потихонечку двигаемся в своем направлении. А кто еще на ковриках, давайте мы создадим фильтр деструктивных мыслей. Что такое фильтр деструктивных мыслей? Ну, чтобы деструктивных мыслей в течение дня было меньше. Представьте шар перед собой, такой без времени, просто вот пустота, ничто там. Шар пустоты, шар без времени. И мы как бильярдные, так, ну, бильярдные или лотерейные вот эти вот спортлото шары будем закатывать туда. В виде шаров, таких шариков, состояние, давайте, счастья. Это может быть какой-то окрас иметь каждый шарик. Состояние счастья. Положили в этот шар. Состояние любви. Наполняем шар. Состояние радости. Состояние легкости, состояние свободы, и давайте все это перемешаем. Перемешаем в этом шарике, смешиваем все состояния: счастье, любовь, радость, свобода. Легкость. Давайте еще легкость добавим туда. Легкость.
Почти все признаки просветления туда положили. Хорошо. И теперь мы его в себя так заводим внутрь своей структуры. Как бы пропитываемся всем этим и выносим в район 8-9 чакры. То есть над головой у нас 7, 8, там 9. То есть над головой такую шук поставили. И пусть он там стоит. Нам остается улыбнуться, поблагодарить себя, найдите за что. Поблагодарить свое окружение, свое пространство, свое тело. Благодарите все, что можно поблагодарить, людей, события. И давайте пожелаем счастья и избавления от страдания всем живым и чувствующим существам. Все, намасте. На сегодня можете поставить лайк. Ага, вижу. Спасибо. Все, всем прекрасного дня. До встречи. Завтра еще чуть больше будет физкультурности. Будет такая асаническая тренировка. Не пропустите. Все, спасибо за внимание.